Есть такой американский автор и консультант по личностному развитию Марк Мэнсон. К слову, он является автором знаменитого международного бестселлера «Тонкое искусство пофигизма». Так вот, после того, как Марку исполнилось 30 лет, он попросил более возрастных подписчиков своего блога поделиться своим жизненным опытом и дать жизненные советы более молодому поколению. Когда Марк стал читать письма, которые ему присылали, он обнаружил, что часто самые разные люди присылают ему одни и те же советы. Предлагаю посмотреть на самые популярные советы, которые дали те, кому уже за 40, для тех, кому еще нет 30. Первый совет. Начните как можно раньше делать сбережения на старость. Один из самых частых советов, который присутствовал практически в каждом письме, звучит так. Начните откладывать сбережения на старость. Для этого люди присылали самые разные советы. В первую очередь, расплатиться со всеми своими долгами, создать для себя подушку безопасности на черный день, откладывать определенный процент с каждой зарплаты, отказаться от легкомысленных покупок и так далее. Казалось бы, настолько простые и банальные советы, о которых не говорил только ленивый. Но как много людей могут следовать этим советам? Очень много подписчиков Марка рассказывали ему, как попадали в разные неблагоприятные ситуации только потому, что у них не было никаких накоплений. Одна девушка очень жалеет, что не начала откладывать хотя бы 10% со своей зарплаты, когда ей не было еще 30, потому что в будущем ее карьера пошла под откос, и она все еще живет от зарплаты до зарплаты. Другая женщина понадеялась на мужа, который неплохо зарабатывал. Но вот развод с ним сбил все ее планы на жизнь. И теперь в возрасте 62 лет ей также приходится работать на зарплату, чтобы просто суметь себя прокормить. Еще один мужчина написал, что сейчас вынужден жить за счет своего сына, так как во время кризиса 2008 года потерял все, что у него было. Но были среди всех негативных писем и позитивные истории. Одна девушка написала, что даже работая на низкоквалифицированной должности и воспитывая двух детей, она все равно откладывала часть средств с каждой своей зарплаты. Так как она начала довольно рано и грамотно инвестировала отложенные средства, в 50 лет она смогла обрести финансовую независимость. Она пишет, что можно добиться чего угодно. Надо просто делать это. Второй совет. Начинайте как можно раньше заботиться о своем здоровье. Второй, но не менее популярный совет, который встречался почти в каждом письме, был связан с заботой о своем здоровье. Каждый из нас знает, как важно питаться здоровой пищей, высыпаться и заниматься спортом. Но, как и в случае с накоплениями, знают об этом все, но вот многие ли из нас делают это? Все люди, которые присылали письма, сходятся в одном мнении. Станьте здоровым сейчас и оставайтесь им в старости. Ведь то, что вы делаете со своим телом, носит накопительный эффект. И если вы наплевательски относитесь к своему здоровью сейчас, то в дальнейшем это может сказаться для вас самым негативным образом. Вы не заметите каких-то явных проблем за один день, но ваше тело будет постепенно разрушаться на протяжении многих лет. Многие люди, которые написали Марку письма, пережили инсульт и инфаркт, страдают от диабета, гипертонии, имеют проблемы с суставами и хроническими болями, и все в один голос заявляют: «Если бы у меня была возможность вернуться назад и начать все сначала, я бы начал питаться здоровой пищей и без остановки заниматься спортом. Раньше я постоянно находил для себя какие-то оправдания, но я даже не мог представить последствия всех своих оправданий». Третий совет. Постарайтесь как можно раньше найти то, что у вас получается действительно хорошо. Каждому из нас рано или поздно придется принять один факт. В нашей жизни все строится на компромиссах. Вы жертвуете чем-то одним, чтобы получить другое, и не можете получить и то, и другое одновременно. Так вот, третий самый частый совет, который писали подписчики Марка, звучал так. Сфокусируйтесь на том, что у вас получается лучше всего. Вы сможете добиться намного большего в жизни, если сфокусируетесь на каком-то одном занятии и будете делать его очень и очень хорошо. Многие читатели писали, что посоветовали бы самим себе из прошлого сфокусироваться на одной или двух целях и упорно работать в этих направлениях, не отвлекаясь ни на что другое. Вы должны понимать, что вы не сможете успеть воплотить все задуманное. Чтобы добиться чего-то значимого в жизни, надо чем-то пожертвовать. Многие читатели писали, что они, как и большинство других людей, выбирали свою карьеру, когда еще были молоды, и при этом до конца не осознавали, к чему это все может привести.
В итоге их сделанный выбор зачастую был ошибочным. И им потребовались годы, чтобы осознать свою ошибку и начать двигаться в нужном направлении. Поэтому лучше всего сфокусироваться именно на своих главных достоинствах и доводить их до максимума, чем преуспеть наполовину в чем-то другом. Главный совет, который дал один из подписчиков Марка, звучит так. Не обращайте внимания на то, что думают другие люди. Определите свои главные преимущества и свою страсть. Направьте свое основное внимание на эти вещи, а затем постройте свою жизнь вокруг этого.